Здравствуйте, Олег. Это видео про ваш одуванчик. Вот он, одуванчик на моем тестовом адаптере. Сейчас я его проверю на моей камере. Вот смотрите. Я запрограммировал фокусное расстояние 14 мм, диафрагму 2,8. Задержка входа в режим программирования 1 секунда. Вот он, одуванчик. Внимательно читайте инструкцию по установке и смотрите видео. Вот полочка, которая клеится сначала на байонет Самьянг. Потом с помощью двухстороннего скотча на полочку приклеите одуванчик. После того, как вы убедитесь, что вы приклеили правильно, то есть вставите байонет с наклеенным на скотч одуванчиком в камеру. Вот, и отметите уже точное положение чипа, нанесете, уберете потом остатки скотча, обезжирите место установки одуванчика на полочке и сам одуванчик обезжирите. Нанесете совсем немножечко клея с помощью зубочистки, которая здесь же лежит вместе с клеем, и только после этого аккуратно приклеите одуванчик. Сейчас я это все упакую и отнесу на новую почту. Спасибо за заказ и спасибо за внимание.